Сегодня рассказываю про фантастическое удобрение для огурчиков, которое поможет вам весь июль и август собирать огурцы по целому ящику ежедневно, а сам процесс плодоношения продлить аж до конца сентября. Как вам уже должно быть известно, огурчики отчаянно нуждаются в теплой погоде и хороших подкормках, поскольку каждый день впитывают огромное количество полезных веществ из почвы. Чтобы давать побольше огурцов и формировать новые завязи, в этом видео я расскажу, как сделать сахарную подкормку для огурчиков, чтобы плоды были вкуснее, и растения получали максимум энергии для роста и развития. Ученые уже доказали, что растения усваивают сахара своей корневой системой, преобразуют их в энергию и используют ее для дыхания и питания клеток. Раствор сделать не составит никакого труда. На 1 литр теплой воды берем 2 столовые ложки сахара. Вместо сахара можно использовать чайную ложку аптечного раствора глюкозы. Такой вариант будет даже лучше, поскольку это концентрированная энергия для питания клеток растения. Сахарная или глюкозная подкормка для огурцов простимулирует рост листьев, стеблей и корней, поспособствует более эффективному формированию крепких завязей, и поэтому огурцов будет в разы больше. Лично я использую такую подкормку каждые 10 дней на своем участке для улучшения плодоношения, и вся деревня покупает у меня огурчики на засол, несмотря на то, что почти у всех есть свои собственные. Используйте подкормку правильно и будете максимально довольны практически бесплатным и очень эффективным средством.